Прошла уже неделя после вашей аварии, я вас полностью обследовал. Так вот, есть хорошая новость. Вы живы и можете ходить. Мало кто выживает после подобных аварий. Вы один из немногих счастливчиков. Но есть и плохая новость. У вас крохотная трещина в позвоночнике и повреждение нерва. Я категорически против хирургической операции, поскольку после нее очень велика вероятность полного паралича. А сейчас... Из-за вот этого повреждения у вас парализовано только несколько лицевых мышц. Здесь и здесь. Проще говоря, это означает, что вы будете улыбаться до конца своей жизни. Отлично. Это вы? Какая встреча? Вы... Как вы могли? Вы понимаете, что сломали мне жизнь? Мне жаль, что вы попали в аварию, но это была не моя вина. Но это была ваша машина! И вам не стыдно улыбаться? Но послушайте, я... Едем. Эй! Эй! Ваша сумка! Сумка! Такси! Поехали за этим такси. Как это делают в кино? Я серьезно. Езжайте за этой машиной. Пожалуйста. А, я понял. Это шутка, да? Нет, нет, я не шучу. У меня паралич лица. Это не улыбка. Все, понял. Меня снимает для телешоу скрытая камера, нет, да? Нет! Блин, то-то я вижу, в машине что-то изменилось. Ну все, делаю вид, будто ничего не знаю. Итак, сэр, куда вам нужно ехать? Это здорово, мужик. Вот мне повезло сегодня. Знал, что сегодня повезет. Ну и где камера? Слышь, да мне плевать. Мне просто плевать на это. Пускай вываливается из клуба, приезжает сюда. Я не могу, у меня нет машины. Подожди, я тебе сейчас перезвоню. Эй, тебе что, так смешно, да? Только не это. Ты что, надо мной ржешь? Я спрашиваю, ты надо мной смеешься? Нет, я не смеюсь. А что тебе тогда так весело? Господи, как мне это надоело. Это не улыбка. У меня паралич лицевых мышц. Хочешь посмотреть, как я улыбаюсь? Вот так. А вот так я не улыбаюсь. Видишь? Сейчас улыбаюсь, а сейчас нет. Сейчас улыбаюсь, а сейчас нет! Понял! Кто там? Я принес вам вашу сумку. А, ну хорошо. Я тогда просто оставлю ее здесь, под дверью, и уйду. Дай сюда. Хорошо. Я хочу извиниться. За аварию. Я себя чувствую таким... Вы понятия не имеете. Ой, господи. Нет. Не надо опять. Моя карьера разрушена. Я вот-вот должна была стать телеведущей, а теперь...
А теперь мне нужен носовой платок. У вас в сумке есть один. Что? Вы рылись в моей сумке? Только чтобы узнать ваш адрес. Пожалуйста, успокойтесь. Я спокойна. Может, хватит улыбаться? Я не могу. Пожалуйста, уйдите и оставьте меня в покое. Хорошо, хорошо, я ухожу. Хватит улыбаться! Я правда не могу. У меня поврежден какой-то нерв в позвоночнике, и из-за этого я теперь буду вечно улыбаться. Мне очень жаль, что у вас не сложилась карьера. Все, все, я ухожу. Только, пожалуйста, не плачьте. Не плачу. Что? Вы оставили ключ в квартире? Да. Я сейчас позвоню слесарю. У вас тоже нерв поврежден. А потом меня уволили. Но, к счастью, я смог устроиться на полставки. Но с этой улыбкой я и там не могу появляться. А кем вы работаете? Помощник директора похоронного бюро. А что вы должны делать? Утешать близких покойника. Вот это да. Ирония судьбы. Да. Это точно. Не надо плакать. Да я не плачу. Это у меня после аварии. Я тоже повредила нерв. Что-то случилось с моими слезными железами. Ну, знаете, такие каналы в глазах. И вот теперь каждый раз, когда испытываю любые чувства, неважно, печаль или радость, я плачу. А ведь я работала на ТВ. Интересно, что чувствуешь, когда хочется плакать, но можешь только улыбаться? Вам, возможно, трудно в это поверить. Но вот прямо сейчас я действительно улыбаюсь.